Вот так мы живем. В учреждении АК-159/5 прошел день открытых дверей. Пришедшие смогли увидеть своими глазами, в каких условиях живут их близкие за решеткой. Далее подробнее. Сегодня в учреждении АК-159/5 царит добрая атмосфера. Здесь проходит день открытых дверей. Осужденные с букетом в руках встречали своих родных и близких. Сотрудники колонии продемонстрировали, в каких условиях живут осужденные. Работники показали гостям медицинский центр, банный комплекс, столовые, учебные центры и даже комнату релаксации. Я считаю, немаловажное значение имеет укрепление родственных связей той категории осужденных, которые находятся здесь, и родственникам, которые находятся на свободе. Это дает стимул для хорошего поведения, для трудоустройства, для зарабатывания денег, для помощи им на свободе и, конечно же, в первую очередь, освобождение из мест лишения свободы. День открытых дверей в АК-159/5 проводится в четвертый раз. Сегодня, по словам начальника учреждения, людей пришло больше, чем ожидалось. Близкие осужденных с нетерпением ждут этого дня. Валентина Курвякова пришла к своему сыну. Нам все очень понравилось. Чистота. На территории очень хорошая чистота. Цветы везде. В комнатах идеальный порядок. Кухня. Вообще, впечатление от и до. Но они и сами ухоженные, все чистенькие. На свиданку приходишь, они чистенькие, с иголочки. В завершении дня открытых дверей для гостей был организован концерт. Осужденные продемонстрировали свои творческие таланты. Анвар Сидрахим, Дмитрий Оборок, Никита Косых, Пятый канал.